Євген Титаренко – український режисер. Народився 26 липня в Одесі в родині моряка та ландшафтної дизайнерки. Має молодшого брата. Був артистичною дитиною, мріяв про якусь творчу професію. Поступив на факультет дикторів і телеведучих в Одесі. Коли його закрили, переїхав до Києва. У 2009 році отримав ступінь бакалавра з режисури кіно і телебачення. В Криму відкрив кіностудію та кіношколу «Горизонт». Почав знімати серіал. На другий день після анексії Криму залишив бізнес і виїхав з півострова до Києва. У 2014-му взяв камеру та поїхав на схід України. Думав на 2 тижні. Записався в батальйон госпітальєри, допомагав медикам і знімав. За рік зняв 120 годин документального матеріалу, який став основою фільму «War for Peace». Женя вважає його антивоєнним. Нині живе в Дніпрі, де створив панорамний фільм «Дніпро. Форпост України» для першого в Україні музею АТО. Стрічку «War for Peace» взяли в програму російського фестивалю «Art Dog Fest», який відбудеться з 6 по 12 грудня. Поява картини у списку спричинила скандал. Віце-спікер Держдуми звернувся в Держпрокуратуру і Мінкульт з вимогою перевірити стрічку на відповідність законодавству РФ. Організатор фестивалю Віталій Манський і режисер Євген Титаренко – отримують погрози. Вітаю на 9-му каналі проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні мій гість – пан Євген Титаренко. Перейдем на русский язык. Сегодня это важно, и дальше наш зритель поймет, почему. Потому что мне очень хочется, я думаю, что ты разделишь это мое желание, чтобы нас услышали русскоязычные люди, в том числе. Согласен? 100%. Тем более у нас в стране нет каких-либо проблем с этим, разговариваем на каком языке хочешь. Ты режиссер, мы об этом не сказали, да. Но обсуждая твой жизненный путь, мы все равно к этому придем. Ты родился в Одессе. Да. Там прошло твое детство. Какое было детство? У меня было очень счастливое детство, у меня было все, что мне было нужно. Может быть, мы жили не богато, вот. У меня было не все, что было там у других детей, но при этом у меня было очень счастливое детство, все прошло хорошо. Вот, я часто ездил к бабушке, бабушка живет возле моря, вот, я, по сути, провел свою юность и детство на море. Ты рыбу ловил? Конечно, у меня отец такой заядлый рыбак. Бички тягал? И бички, да, и на лодке мы выходили. То есть все атрибуты одесского детства действительно были. Да. Кем ты хотел быть в детстве? Вспоминай. Ну, мне кажется, мама меня с детства начала направлять в творчество. Она отправляла меня в разные кружки и квадратики, направлена на творчество, на актерское мастерство, на диктора телеведущего и так далее. И вот, ну, мне кажется, с детства я себе видел, что что-то будет в творчестве. Я не мог сказать точно. Рисовать я не умею, например, поэтому художник сразу отпал. Музыкального слуха у меня тоже нет. Почему сразу художник, музыкант? Можно же быть бендюжником, контрабандистом, рыбаком, контрабандистом, шаурмячником. Да. Вот. На самом деле, ассортимент мелодики можно было быть, был огромен. Часовщиком, гинекологом. 100%. Все рядом. 100%. Но вот как-то все пошло в творчество. Вот. Ну, на самом деле, чего не сделаешь, чтобы не пойти в шахту. Вот. На что не пойдешь, чтобы туда не спускаться, конечно. Вот. Хотя шахт в Одессе нету, но тем не менее, вот, на что только не пойдешь, на какие хитрости и уловки. Ну, шахты, дворники – это такие вот страшилки, которыми родители детей пугают. Вот если ты не выучишься, да, тебя тоже там вот как-то пугали? Наверное, не родители, а скорее в школе. Это происходило в школе, что говорили, что вот, из тебя ничего не получится, ты закончишь свою жизнь в тюрьме или того хуже. Вот, ну, это мотивировало вообще? Мне кажется, это совершенно, хорошо учиться это, мне и кажется, быть хорошим. Это совершенно не мотивирует, это, наоборот, деморализует. И когда тебе говорят, что ты свинья, ты, ну, где-то на 20-й раз начнешь хрюкать. Вот, потому что я был ребенком, я учился в школе. Ну, это вообще отдельная тема для разговора. Вопрос нашего образования и как все это происходит, как мотивирует детей на какое-то светлое будущее. Из школы вышел без травмы? У меня не было никаких травм, я вышел, я отучился в одной школе, потом я перевелся в другую, потому что сперва учился в гимназии, в украинской гимназии, но как бы у нас была компания, у нас было несколько человек, там компания, несколько друзей, и
ну, мы не всегда себя хорошо вели, собственно. Ну, разные ситуации были. Вот. Но, тем не менее, так складывалось, что тогда очень-очень играла большую роль, кто твои родители и чем твои родители занимаются. Вот. И поскольку в нашей компании у одного родители работали в налоговой, у другого дедушка работал в школе, у третьего там еще, собственно, как, какие-то фискальные органы, и был я. Вот. Был я, у которого в структурах родители не работали, и поэтому на мне можно было чаще вызывать моих родителей в школу. Поэтому после 9 класса я ушел с гимназии. Потому Ты что был были... удобная мишень для Да, я был реально удобной мишенью, на меня навесили все, что можно, вот, вот просто что можно и нельзя. Ну, такая политика гимназии была. Я перевелся в обычную школу, я закончил там 10-11 класс, все, и, ну, мне никогда не нравилась школа. Вот. А кто твои родители? Моя мама, она ландшафтный дизайнер, а папа мой моряк. Угу. То есть мама человек творческий? Да, мама человек творческий, но большую часть времени она посвящала мне, моему брату, меня водила куда только можно. Ну, воспитывать детей – это большое творчество, 100%, я хочу сказать. 100%. Тебе хотелось быть актером? Ты вот видел себя вообще в публичности какой-то? У тебя хороший голос. Явно. Я, поешь, я работал нет? над ним, конечно. Ты поешь? А, ты работал, нет, я да? Не пою. Я работал над ним, работал голосом. У тебя хорошая фактура. Мысли были такие, что вот актер, почему бы и да. Но на этапе... Чисто по-одесски сейчас сказал, почему бы Но на этапе обучения в ВУЗе, получается, тоже история такая. Начал учиться в Одессе, потом наш факультет дикторов телеведущих закрыли, потому что был маленький набор. Я перевелся в Киев. И я сидел, общался с Владимиром Григорьевичем Горпенко, это ректор института. И он говорит, ты знаешь, Женя, ну вот, а он так всегда вот смотрел на тебя, и ты такой слушал его. И буквально беседа могла проходить 30 секунд, но тебе все становилось сразу ясно, понятно и очень убедительно. Он говорит, ты знаешь, ты можешь учиться на актерском факультете, можешь там, на диктора учиться. Тут ты уже заподозрил что-то, да? Да, да. Но, ты знаешь, вот... Специальность режиссура – это, ну, более широкий профиль. То есть это, в принципе, и актер, и ведущий, и это организатор. И, ну, как-то вот за 30 секунд он меня убедил, и я поступил на режиссуру. Вот, а чем... ты вообще внушаемый человек? Нет, на самом деле мне сложно. Я могу даже такое стоять. Ага, угу, хорошо, да, да. Но при этом все равно там у себя иметь в голове. Мнение. Да, да. Вот. Просто, ну, я такой, я не очень конфликтный. Мне иногда даже проще, ты понимаешь, что такое общаюсь с человеком и про себя думаешь, Господи, какой ты все-таки несчастный. Там, когда ты слушаешь его мировоззрение, что он говорит, как он живет, вот как. Послушать таксиста, который знает, как руководить нашей страной. Да, я не вступаю с ними в споры, потому что какой смысл? Ну, зачем? Я не вижу. Зачем тратить свою энергию на того, кого ты больше никогда не увидишь? Ну, вот, какой смысл? В итоге у тебя образование режиссер. Да. Так и вот в дипломе написано. Да, да. Что режиссер кино и телевидения. Что я закончил Институт экранных искусств имени Миколайчука. Угу. Это Киевский вуз. У тебя была дипломная работа? Конечно. А что ты снимал? Плавно, что же я снимал. Ага. Короткий метр я снимал. Ну, понятно, не, вот, не ну, длинный. Да, да. Снимал короткий метр, он получился... Длинный студенческий метр, по-моему, невыносимо смотреть. Он получился, ну, не самым ярким, скажем так. Вот. Но мне кажется, вообще у большинства студентов, когда... Ну, вот раньше я знаю, что на режиссуру могли поступать только с определенного возраста. Там 25 лет, 30 лет, когда у тебя же есть багаж знаний, когда... И это правильно. Это жизненный опыт. 100%. А чем может снимать человек там, душой, 20, да? в 21 год? Вот, о чем ты можешь снимать? Что ты видел в этой жизни? Что ты вообще можешь понимать? В большинстве. Но это не сейчас. Мы говорим за то время. Сейчас многие в 21 год уже видели больше, чем кто-то за несколько жизней. И, ну, моя дипломная работа получилась не ахти какой яркой, но тем не менее я сдал, я получил диплом, все прошло хорошо. Я получил четверку. Вот. Что, кстати, было неплохо. При этом, даже когда я учился в институте, я всегда где-то работал. Вот, у меня не было такого, что я же учусь, что я буду делать. Я всегда работал в рекламных агентствах, я работал на организации каких-то мероприятий, проведение мероприятий, какие-то акции, дни города и так далее. То есть, ну, мне всегда нравился вот такой вот движняк. То есть на шее у родителей не сидел? Нет, активным нет. Парнем. Ну,
даже... В кино снимался параллельно, нет? Конечно. Кто не снимал? Кто жил в Одессе и не снимался в массовке? Ну, массовки и эпизоды. Где тебя можно увидеть? Ой, увидеть... На самом деле, я никогда себя не видел в массовке. Ну, я потом не смотрел. Я почему-то я не видел эти фильмы. Потом, да, это был фильм Говорухина, я помню. Потом какие-то египтяне приезжали, снимали в Одессе. Потом какие-то рекламы. Но в большинстве либо меня вырезали, либо я даже не видел потом этот фильм. Ну, это не было принципиально. Мне нравился сам процесс. Мне неинтересно даже было, что потом получится. Потому что все-таки я был человеком из массовки, из толпы. Но сам процесс мне очень нравился. Как сейчас молодежь говорит, по фану. Да. Окей, хорошо. Как ты оказался в Крыму? Вот ты закончил. Да, я вот, закончил. Несколько лет жил еще в Киеве после окончания. Ну, я ездил в Одессу, возвращался в Киев. Я один раз уехал, как закончил институт, в Одессу. Был какое-то время в Одессе. И знаешь, в какой-то момент я понял, что... Ну вот, я нахожусь здесь сейчас. И я увидел вот свое будущее, что... Если я останусь здесь, то, в принципе, моя жизнь пройдет там, в этой хрущевке, в этих стенах, там пусть обои переклеются. На Одесской киностудии? Даже не факт. Ну, даже не факт. То есть я на каком-то телеканале, ну, даже не в этом вопрос. Я посмотрел, и я понял, что если я останусь, это будет все очень предсказуемо. Вот очень предсказуемо и неинтересно для меня. То есть я хотел что-то другое. Всю жизнь я авантюрист, мне хочется что-то находить новое, интересное. Я поехал снова в Киев, вот, работал в продюсерском центре, потом работал вторым режиссером и сценаристом на прокатном фильме. Ну, на тот момент мы считали, что он действительно будет прокатный. Вот. И я все время искал что-то новое. Вот. Я увидел для себя Крым. Мой бизнес-план, грубо говоря, заключался в следующем, что большинство съемочных групп из разных концов мира ездят в Крым и там снимают кино. И я навел справки, что вообще есть в Крыму, что там существует, помимо киностудии Ялтинской. Угу. Вот, оказалось, что и больше... Помимо там, натуры. Да, и помимо натуры и людей, которые сдай-пересдай, я понял, что там ничего нету. И... Ну, меня тут очень заинтересовало. То есть нет стационарного чего-то? Вообще ничего нет. Какой-то киношколы, да, скажем так? Вообще ничего нет, да. Вот представь, люди приезжают, и максимум, кого они могут там набрать, это массовку. Mm-hmm. Ну, вот массовку, потому что, ну, реально остальных людей, которые могли бы что-то сыграть, что-то сделать, которые были бы... То есть фактически Крым был павильоном под открытым небом, вообще, в который можно приехать и там снимать. Но чтобы на месте в Крыму что-то было... Так нет. Сто процентов, да. Ну, нормально, когда ты приезжаешь на место, тем более это, угу. Если ты едешь откуда-то издалека, ты приезжаешь, надо, чтобы тебе кто-то помог, что-то рассказал, угу. Организовал, то помог с этим. Вообще, ну, вообще ничего не было. Ну вот, и я приехал и, собственно, начал менять вот эти устоявшиеся. Да, начал создавать. Вот. Мне всегда нравилось что-то создавать, созидать. Ну, вот. И так продолжалось несколько лет, то есть было хорошо, было не очень. И что ж ты создал-то? Я открыл там киношколу, я открыл кинокомпанию, мы начали с производства сериала. Вот. Все очень медленно шло, потому что это специфика. Ну, я к этому привык, потому что это тоже южный город, и это как Одесса, только если в Одессе люди как-то порасторопнут, то в Крыму все происходит очень медленно. Ну вот просто медленно. Все. Киношкола для кого была? То есть ты просто набирал людей с улицы? Ну, я привлек педагогов. Кто-то был из Москвы, кто-то был из Луганска, кто-то был из Киева, кто-то был там, еще откуда-то. Вот. И получился такой вот United Color of Benetton. Разные люди с разных мест. У него было название официальное? Да, киношкола «Горизонт». И обучались люди вот, разных возрастов. Ну, были разные дисциплины. Желающих было много? Или тоже все медленно? Ну, раскачка. Происходила все равно раскачка. То есть интересно, но осторожно, да? Да. Люди с осторожностью подходили к этому. Но по факту, вот так смотря, оборачиваясь назад, многие
вот, кто в юности, к нам и взрослые приходили, вот, но кто приходил в юности, у них, у каждого были какие-то свои сложности, там, у кого-то сложности в общении с людьми, у кого-то какие-то внутренние зажимы, у кого-то, ну, я сразу всем объяснял, что, друзья, это не значит, что вы, там, поедете в Голливуд, или вы будете сразу известны. Что я решу все ваши проблемы. Да, 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 но, по крайней мере, вам станет жить легче, вот, потому что вы поборете какие-то вот свои внутренние зажимы, и в будущем вам это очень поможет. Угу. Вот, потому что... Ну, не обязательно вы попадете в кино, 100%, 100%. Но то, что вы будете более открытыми, расслабленными. Вот если людьми. Посмотреть на людей даже, у людей так, так много каких-то внутренних проблем, которые они сами себе создают. Кто-то не может подойти там, к начальнику и попросить прибавку, ему неудобно, он считает, что он где-то кому-то обязан. Еще что-то. Ну, вообще человек, что? Ну, я и есть я. Вот. Человек – это живой организм, у которого есть свои потребности, свои желания, свои мечты. И ну, не нужно этого стесняться, нужно это выплескивать и создавать. То есть... Все не заканчивается. Создать киношколу в Крыму, это была мечта? Нет, это была не мечта, это был какой-то этап. Цель была наладить независимое производство в Крыму. Вот. Хотелось как бы... снимать кино или хотелось... Да, хотелось снимать кино. Или хотелось иметь снимать бизнес прибыль? Нет, хотелось снимать в кино. Кино. Вот, это была главная цель, с которой я ехал. Художественная? Да. Я реально тогда не думал ни о документалистике, ни о чем. Это было что-то такое там вообще из области совершенно других каких-то планет. Ну что-то гениальное успели снять? Ну или хотя бы достойное? Ну, смотря сейчас, да, поворачиваясь, то, наверное, нет. Если быть честным и откровенным. Вот. Наверное, нет. Мы получили финансирование на сериал, мы начали снимать. И, знаешь, вот вроде... Вот оно поперло, вот пошел процесс. Мы сняли пилот, вот, пилот понравился всем, мы начали продвигать дальше эту тему. Но тут начались какие-то странные события, вот, это уже 14-й год был. Угу. Вот, мы начали снимать в конце 13-го, и вот наступил 14-й год. Появились какие-то мифические бандеровцы по телевизору. Какие-то люди, которые вот меня окружали, которые раньше вот вроде еще там мы могли общаться о чем-то, все было хорошо, то тут они уже такие напичканные паранойей, что... Это все резко произошло? Или так же медленно, как все в Крыму? Ну, начались события, вот, начался Майдан. То есть до Майдана все было вообще никакого отношения. Да. Единственный фактор, который был, отношение крымчан к, вот, к украинцам, и если вот их отделить, да, вот отношение к украинцам и к россиянам было разное. Потому что россиян 140 миллионов, и ну, представьте себе, он целый год работает. Он работает где-то на шахте или на буровой установке, или бог знает где. Он собирает эти деньги на поездку. И вот он садится на поезд или в машину, везет все свое семейство, он год копил, и вот он приезжает и тратит деньги. А возьмем же украинца. У нас как что тут дистанция, там, ну, проехать до Крыма. Это вообще не дистанция. Сели в машину, поездка выходного дня. Да, приехали на выходные, потусили, отдохнули, уехали себе. То есть... Меньше денег оставили. Меньше денег. Да, меньше денег. Угу. Это был единственный их вот такой коммерческий взгляд на все это. Угу. Вот. А так ну, вообще не было никаких проблем. Вот все было хорошо, неважно, откуда ты. Угу. Там, откуда, то есть отношение просто как к разным кошелькам. 100%. Разные кошельки, разный бюджет. Вот. Я не понимаю, откуда вы едете? Ага, оттуда. Хорошо. Угу. Это там, угу. Такая-то цена. Ты отсюда понял, другая. Что надо уезжать? Или... Я реально понял. У меня были взаимодействия с разными санаториями. И... Мы должны были делать театральную постановку в Крыму. У нас каждый выпуск, кто выпускался из киношколы, мы делали театральную постановку. То есть ну, приходили все желающие, там собирался город, вот, и ну, мы делали представление, показывали результат. И вот 2014 год, я хожу, там, договариваюсь с санаторием, где я хочу это провести, все, где есть большой зал, где есть свет, звук. А события уже начались. И я, как сейчас помню, я стою на проходной, такая крутилка стоит на проходной. И... Как бы я не могу зайти, потому что я жду, когда все повыходят. Вот. А оттуда выходят люди. Ну, реально, таких людей я раньше не видел. То есть это здоровые чуваки. Вот, реально очень здоровые, с такими мертвыми глазами, которые проходят мимо тебя. И ты такой стоишь, и у тебя аж холодок такой по спине идет. Вот. Ты подъезжаешь куда-то, фотографируют номера твоего автомобиля, фотографируют тебя. Если ты начинаешь снимать где-то что-либо,
неважно, толпу снимать, какие-то события, у тебя тоже начинаются проблемы. Вот. Если ты, конечно, не американская СМИ. Вот, то есть все-таки американское средство массовой информации, то есть к ним, ну, они боялись их сильно щемить. Но если, собственно, ты снимаешь Украину настроенных людей, то, значит, ты враг, значит, ты проблемный человек, что, ну, короче, не нужно этого делать. Давали, ну, это очень хорошо понять. И я начал смотреть, мои знакомые пошли в самооборону Крыма, начали рассказывать какие-то страшные вещи, что правый сектор едет сюда, вот люди в магазинах, где я там что-то покупал, люди поменялись, ну, реально просто, вот о чем речь, когда начался Майдан, вот, ну, пошел информповод, и кто как это представлял, то есть, если... Ну, в данном случае. Открылись какие-то шлюзы, да, открылись в людях, шлюзы, да, и... то, о чем они раньше не говорили, подозревание было повода, да? Телевизор. Я считаю, что, ну, всему виной телевизор. Просто российский телевизор начал рассказывать совершенно другую сторону. И реально, когда ты находишься далеко от событий, когда ты видишь только по телевизору, это единственная твоя связь с миром. На тот момент, насколько я помню, Российская Федерация уже запретила все частные каналы, то есть потому что она запретила на них рекламу, реклама может идти только на государственных, а частные могут идти по подписке, вот как, например, телеканал «Дождь». Ну и реально по телевизору шли только государственные каналы, государственная линия, которая продумана и которая показывает совершенно другие события. Показывает мифических бандеровцев, и оттуда и пошло, что... Короче, весь шлак. Ты как режиссер грязь. Понимал вот фальшь этого всего? Или, я все это видел. Или, я более того, я все это видел. Я видел, как люди меняются. Я говорю, да ну, не надо придумать, не фантазируйте, зачем? Нет, вот тут должен был, короче, приехать автобус с правым сектором, но поехали там наши чуваки какие-то, самооборона, и они отогнали. Я говорю, кто, кого, какой автобус? Ты, говорю, сам кого-то видел? Нет, я не видел, мне сказал тот. А тот там, ну, конечно, понятно. Тот я там был. Слышал, да, я не слышал, я не слышал, я не в курсе, но вот пацаны рассказывали, что... И реально никто ничего не видел, никто ничего не знает, но всем очень страшно. Вот, людям реально было страшно, их запугали. И когда ты уехал? Я уехал на второй день после референдума. Прошел референдум. Май месяц. Март. 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 Это был март. Прошел референдум. И я понял, что, ну, реально тут ловить просто уже нечего. Выехал спокойно? Ну, на тот момент, да. Я выезжал, вот как раз это был следующий день, тогда еще, собственно, да, организация на границе какая-то была слабенькая, я сел в поезд и выехал. Вот, поезд был пустой, вот, реально. Пустой, все уже выехали, кто хотел. Там директора магазинов каких-то сетей, они выехали значительно раньше. И я уезжал, оставлял сзади реально огромные очереди в банкоматы, панику. Магазины, которые были в центре, на набережной, знаешь, за которые там раньше по несколько лет стояла очередь, что они когда-то возьмут в аренду, может быть, когда собственник или вот кто арендует, он, может быть, там с ним что-то случится, и вот возьмем в аренду. Ну, происходило так. То есть недвижимость, аренда недвижимости очень дорогая. Когда я уезжал, уже все было закрыто, везде было написано «сдам», это никому не было нужно. Но реально это было очень грустное зрелище. Это больно. Если до этого город жил, то, ну, все замерло. Просто. Как ты попал в батальон госпитальера? Немножко перескочим, потому что вот это крупные просто вехи, знаешь, такие скачки вот твоей жизни на самом деле. Так совпало, что история твоей родины, она вот тоже такими, знаешь, какими-то скачками развивается. И вот твоя судьба очень такая показательная, что ли, да, в этом смысле. Я выехал с Крыма, ну, какое-то время. Я приехал домой, вот, там, может быть, несколько недель я что-то искал, что-то себе думал, но что делать дальше. Поехал в Киев, вот, посмотреть, что в Киеве происходит. И в какой-то момент я понял, что все происходит не здесь уже, а там. Ну, вот. И что в Крыму произошло, я видел своими глазами. Я не очень доверяю там
телевидению, особенно после того, что я смотрел по телевидению в Крыму. Я не очень доверяю телевидению, не очень доверяю. Там, ну, мне нужно увидеть собственными глазами, чтобы понять. То есть, а мне для себя нужно было сделать вывод, что, что ну, в конце концов ты происходит. Опять же, как киношник, ты понимаешь, что такое монтаж. Я понимаю, что такое монтаж, что такое голос за кадром, да. Когда голос за кадром, вот большинство российских каналов используют как раз голос за кадром. Ну и наши говорит, тоже. Да. Куда посмотреть, что подумать и тому подобное. Что такое монтаж, да, безусловно. Ну да, зрителю помогают. Да, вот, да, да, что такое понять, выхватить что-то из контекста. Ну, вот, ну, Российская Федерация очень хорошо знает, как это работает. И я поехал, ну, в качестве документалиста, журналиста. Я состыковался с волонтерами, которые едут туда. Я начал писать там посты в Фейсбуке, там, собирать какие-то вещи, которые мне нужны были для поездки. Вот, и там друзья мне помогли, мне там дали броник, кто-то мне дал какую-то согревайку, кто-то дал, ну, по низке. Ты же не был в армии? Нет, нет, вообще. Армия и я, это были совершенно разные вещи. У меня даже военной кафедры не было, более того. Ну, вот. Я понятия не имел, что такое армия, но все мои понимания были это по кино. Вот. И вот, собственно, мы загрузились в Киеве, и вот я уже еду с волонтерами на восток Украины. У меня какая-то куча ненужных вещей, как в конце, ну, в последующем времени я понял, которые мне просто не понадобились. Забегая вперед, вот этот рюкзак, который я собрал с собой, это был такой... Бундес, такой здоровый рюкзак на много литров. И реально в конце 15-го года я нашел этот рюкзак. Я начал доставать, что же там у меня, собственно, лежало. Вот. И там реально лежали такие бесполезные вещи, такие бестолковые, которые... То есть ты его не открывал, что ли? Нет, я открывал, я достал оттуда то, что мне было нужно. Вот, и все. А там какие-то лыжные штаны, там какие-то кофты, красная куртка, ну, которые реально не нужны. Вот. Какие-то джинсы, я забыл уже, как джинсы выглядят вообще. Вот. Но в 2015 году я реально это открыл, нашел, о, кеды, о, джинсы, о, футболка. Мирная одежда. Да, да, и вот в 2015 году я где-то летом, наверное, я впервые одел что-то гражданское, и такой, о, неплохо вообще. Сколько ты там пробыл на передовой? И где это было? Пробыл я там 2014-2015 год. Сперва я поехал, да, вот как документалист, я поехал в Луганскую область, потом мы поехали в Донецкую область, вот, я побывал, как раз тогда я познакомился с, вот мы поехали на Пески, мы должны были поехать в аэропорт Донецкий, но так судьба сложилась, что нас туда не пустили. Вот, но на Пески мы смогли проехать свободно. Наш водитель говорит, я туда не поеду. Мы такие, ну ладно, ну окей, не езжай. И тут проезжает скорая. Ну вот, скорая, это волонтеры привезли эту скорую для Днепра-1. Я такой, о, чуваки, вы на Пески? Они такие, да. Ну а как же, так все происходит. А можно с вами? Да, садись. Вот. И это был первый раз, когда обстреляли скорую. Вот, я это снял. Я понял, блин, ну реально. Представьте, мы едем в скорой, тут мигалки наверху, она брендирована полностью, что это автомобиль, это скорая. Вот. И по ней начинают стрелять со стрелкового оружия. И тогда я понял, что что-то, короче, тут вообще не так. Вот. Как бы я уже понимал, до этого поездил несколько недель уже, там Луганская область, был Ну все это не Мариуполе. Казалось таким серьезным. Ну, наверное, просто по мне до этого не стреляли. Вот. И тогда я понял, насколько все это серьезно. Мы доехали, передали скорую. В тот же вечер я познакомился с госпитальерами. На следующий день, ну, с ним мы сразу нашли контакт, потому что, во-первых, возраст. Вот, очень много сверстников, кто-то младше, кто-то старше. Но все очень открытые и контактные. Я сразу закинтовался с ними. Ну, и все-таки я же продолжаю снимать. Вот. А нормально они воспринимали то, что ты вот человек с камерой? Более чем. Я приехал, о, смотрите, меня скорой обстреляли, я им показал. О, покажи, откуда стреляли? А ну давай посмотрим, до какого момента ты доехал? Ага, значит, их позиция где-то там. То есть мы начали анализировать. Мне это очень понравилось. То есть ты был полезным человеком там, кроме того, что ты фиксируешь там историю для нас, для себя, там, да, документалистику, ты им еще и помогал. Ну да, мы обсуждали какие-то вещи. Отслеживать локации. Мы поездили по Пескам. Вот, и тут нас вызывают на эвакуацию из Донецкого аэропорта. На бэхах вывезли раненых, мы их принимали
на Песках. Ты же там неофициально находился, да? Ты просто вот доброволец, который влился... В тот момент я поехал от информагентства, у меня были все договоренности с Министерством обороны, ну, то есть у меня была аккредитация. Уже все серьезно, да? Да, у меня была аккредитация, я поехал вот как журналист-документалист, у меня все было. Важный момент, я всегда говорил вот всем, что, чуваки, я не журналист, я документалист, я снимаю кино, это не будет в новостях, этого не покажут вечером, не волнуйтесь, там, типа, это будет когда-то, но реально не завтра, потом. Не послезавтра, да, не через неделю, вообще, ну, возможно, даже когда закончится война. Я не знал, вот реально я не знал, когда это будет. Я знал, что это будет в декабре, но я никому не уточнял, в каком декабре, шел 14-й год. Вот. И вот сейчас у нас 6 декабря презентация на Московском кинофестивале «Ардокфест». То есть все-таки декабрь, ну, вот, 2014 года. Меня даже подкалывают. Типа, то есть ты не обманул никого? Никому не обманул. Я не говорил год, но я сам не знал, какой. Сколько год. Материала отснял тогда? 120 часов. Это за год? Это за год я отснял, да, 120 часов. Это не считая каких-то посторонних там GoPro-шка, еще что-то. Вот, это... Ну, чистого лайфа 120 часов. А как ты там заряжался вообще? Вот аккумуляторы, все эти дела. Это же всегда реально, паника операторская. Реально. Не было паники. Было часто, что все, аппарат сел, короче, снимать. Жалеешь о чем-то, что что-то не снял? Не, мне кажется, я как раз снял все. Вот. Были моменты, когда... Ну, либо снимать, либо помогать, но тут даже не было... Тут не было даже вопросов никаких внутренних, снимать или помогать, пофигу на камеру, я вешал на себя фотоаппарат, он себе как угодно болтается. То есть ты не циничный документалист? Да нет, ну, я реально... Хотя были такие, я встречал таких, которые вот... Только прилетело, чувак лежит, у него множественная осколочная, они его снимают, я не буду говорить, какой канал, и он говорит, мы в прямом эфире, скажите нашим зрителям, что вы чувствуете по свежим ощущениям, а у чувака множественная осколочная, то есть он лежит, такой куска руки нету, грубо говоря. Ну, это журналистика, это все мне знакомо, да. И реально, это, конечно, никто из нас не понимал такого. Но то есть ты либо человек, реально, либо... А какой, что еще либо может быть? Вот. Либо нет. В конце концов, мы же все люди. А вот в плане медицинской помощи что-то приходилось делать? Или тебя от этого отстраняли аккуратно? Нет, я был такой на подхвате. То есть я был там где-то, я мог по медицине помочь, там я мог быть водителем, там я мог быть пресс-секретарем, снять видео про батальон, показать, там я мог. Ну, и времена были такие, тогда каждый занимался всем, чем мог. Вот реально, что ты можешь делать, то ты и делаешь. Есть позывной у тебя? Да, позывной у меня режиссер. Ну, конечно. Я не могу сказать, что я был парамедиком. Типа, нет, я не был парамедиком. Я не могу сказать, что я был водителем. Я не был парарежиссером. Я был просто, я был собой. И, ну, реально, когда нужно кого-то перенести очень быстро, нужно что-то сделать, нужно там дверь открыть, нужно... наложить жгут, нужно найти что-то в медицинском рюкзаке, нужно, мы бежим, надо что-то. Ну, ты занимаешься всем. Вот, реально, по чуть-чуть, но всем ты занимаешься. Что-то снится сейчас? Такое? Про войну, в смысле? Нет. Ну. Никогда не снял? Ну, поначалу снилось. Поначалу снилось, очень многим, у многих такое происходит, что ты бежишь куда-то, что ты там что-то делаешь, что-то ищешь во сне, все очень быстро, ты очень нервничаешь. Но потом это прошло. Вот. В любом случае это проходит. У меня своя такая штука по борьбе с ПТСРом. Я привлекаю всех своих побратимов. Это либо какие-то съемки, либо походы. Вот, очень помогают походы. Мы ходили несколько раз в Припять. Физические нагрузки какие-то, природа. Или же там поход с металлодетектором, поиск монеток каких-то вещей. Умирали на твоих глазах люди? Да. Ну, да, и... То есть мы занимались 200-ми, 300-ми. Вот. Это были твои друзья уже? Или это были люди, которых ты вообще не знал? Реально, когда или по-разному? Ты, по-разному. Но когда ты в медицинском батальоне, ты привыкаешь так ко всему. И это уже становится настолько повседневным. Все происходит, пока ты его везешь. Реально... Ехать там от Песок до военного госпиталя, там 70 километров. И реально, пока ты его везешь,
ты вот всю энергию, которую у тебя есть, ты отдаешь ему, ты там его бодришь, делаешь что угодно, лишь бы он, ну, лишь бы он доехал. И вот когда ты его довозишь, вот, если ты его довозишь, он живой, это очень хорошо. Но бывали разные ситуации. И вот ты едешь обратно, и ты такой полностью опустошенный, ты полностью уставший, ты реально, тебе ничего не хочется, но ты знаешь, что ты едешь обратно, и сейчас ты приедешь, и все начинается заново. Mm-hmm. То есть это такое бесконечно замкнутый круг, то есть как какие-то эти хомячки в колесе. То есть ты вроде бежишь, вроде делаешь действия, оно не заканчивается, оно все продолжается и продолжается. Вечером становилось проще, мы пили чай, мы уже смеялись, там шутили как-то. Жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается. А потом 120 часов отснятого материала. Вот сейчас уже готов фильм. Он называется? War for Peace. Война ради мира. Война ради мира. Да. Ну, философский смысл, я думаю, кто поймет, вернее, кто хочет понять, тот поймет. Фильм готов, его еще никто не видел нигде. Его никто не видел, мы разослали его на несколько фестивалей. Uh-huh. Вот, в том числе это был фестиваль «Ардокфест». Ну, несмотря на то, что он находится в Российской Федерации, это потрясающий фестиваль. Это фестиваль очень высокого уровня. Он непосредственно по документальным работам, по документальным фильмам. И мы отослали в том числе и туда. Вот. Mm-hmm. Мы не ожидали, что мы пройдем на этот фестиваль. Но так сложилось в списке фестивалей, на котором мы послали свой фильм. Это был первый, то есть по времени. Вот. Хотя, казалось бы, Россия, да? Да, казалось бы, Россия. Мы не ожидали, что нас туда возьмут. Специфика фильма, там нету голоса за кадром. Там нету каких-либо ремарк, там, ну, реально лайф. То есть вот как оно есть в жизни, так оно вот там. Сколько есть осталось материала? В фильме? Да. 93 минуты вошло в фильм. Угу. Вот, 93 минуты, материала осталось очень много. После этого я хочу сделать там шестисерийный сериал. Вот, документально. Документально, да. Где можно рассказывать истории каждого человека в отдельности. То есть у меня есть в большинстве своем, какой человек пришел, в каких ситуациях он побывал, это все заснято, какие решения он принял в этот момент и какой он сейчас. То есть поменяло абсолютно всех. Все, кто участвовал, ну, они стали другими людьми, ну, это понятно. Тебя сильно это все поменяло? Я понимаю, что тебе трудно, наверное, вот объективно себя оценивать, да? Наверное же, там, нам всем кажется, что мы и в мирной этой жизни, ну, герои практически, ну, да? Я понял для себя, что к чему-то нужно относиться значительно серьезней, а к чему-то, на что-то вообще не нужно обращать внимание. Mm-hmm. Я после этого убрал из жизни много лишнего, то есть, что мне незачем, то есть, что просто мешало, забирало время. И реально сейчас, когда там, я не монтирую, когда я не снимаю, когда я там не придумываю что-то, я не знаю, чем себя занять. То есть почитать книгу, да, поехать увидеться там с побратимами. Но вот как-то так, жизнь теперь вот такая, что я либо работаю, либо я хочу ехать к побратимам, я хочу быть с ними, там, чем-то помогать. Вот кто-то открыл кафе во Львове, вот, кто-то работает на СТБ, кто-то mm-hmm. работает еще где-то. То есть mm-hmm. каждая жизнь пошла по-своему, но при этом... То есть твоя война тебя не отпустила еще? Не то, что моя война, а просто эти люди, которых я встретил там, они стали такими близкими, и ну, вот в мирной жизни... Они многое вытеснили. Наверное, я не да? знаю, вот в мирной жизни, вот после этого, вот я знаю этих людей, я им всецело доверяю, я могу им доверить все, что угодно. Я не знаю, как найти таких людей в мирной жизни. Ну, то есть в этих людях я уверен. В остальных, а стоит ли пробовать даже? Ну, то есть у меня все есть. Твой фильм «Война ради мира» еще никто не видел. Нет, никто не видел. Есть только трейлер. Да, есть только трейлер, несколько тизеров. Пошла уже такая сильная скандальная волна в российской прессе. Как с Солженицыным, да, я не читал, но очень осуждаю. Что происходит? Вот в трех словах, вот расскажи, с чего все началось, да, и угу. что сейчас? Началось с того, что нас утвердили на участие в этом фестивале. Фестиваль будет проходить с 6 по 12 декабря в Москве, в Питере и в Екатеринбурге.
Стоило нам только появиться на сайте фестиваля, что нас вывесили во внеконкурсную программу. Вот программа «После Союза», как через 2 часа была развернута огромная информационная кампания по дискредитации фильма, по дискредитации меня. Сразу пошли автоматические угрозы. Я реально только успевал вот гуглить, там, загуглил «Война ради мира, Москва». И ты видишь первая страничка, вторая, третья, Новороссия подключилась, подключились там «Звезда» хочет мое интервью, подключается ОРТ, подключается «Медуза», «Дождь», подключается «Эхо Москвы». Я давал интервью... Российским СМИ, да? Я давал интервью только Free Europe, радио «Свободная Европа». «Звезде» я отказал, ОРТ я тоже отказал. Вот. Я буду общаться только с «Дождем», с «Медузой», с кем-то, на мой взгляд, с вменяемыми, то есть с теми, кто не есть государственный. Ну, даже серьезные большие каналы посчитали твою персону и твою работу достойной внимания. Да, более того, вице-спикер Госдумы отправил запрос на генпрокурора Чайку Российской Федерации и на Мединского, это глава Минкульта, запросы проверить мой фильм на какие-то ужасные вещи. То есть на какие-то ужасные вещи. А какая аргументация, вот главное, что в трейлере такого, мы же не говорим о фильме, его же не видели, что такого, что может быть опасным или может не понравиться? Реально я сам не ожидал такого развития, что ОРТ 48 минут там передачи в прайм-тайм соберет студию, сзади будут показывать мой трейлер, они хотя перемонтировали его, что чуть-чуть неприятно. Это Россия, их не понять, собственно. И 48 минут они обсуждают, надо показывать фильм или не надо, а сзади на заднем экране такая, открывается папочка, красивая моя фотография, личное дело, там такой-то, такой-то. Угроза только в твой адрес приходит? Нет, в мой адрес, в принципе, я нахожусь здесь. Мне могут гадость какую-то максимум написать, вот. Конечно, организатор фестиваля Манский, он выступал на «Дожде» и говорил, что в адрес идут реальные угрозы. Ему не позавидуешь в этом всем. У него нет сейчас желания отказаться от вашего фильма, да? Пока нет. Реально, мне задавали вопросы, является ли фильм антироссийским. Как я настроен, как там, какие-то вопросы. А мой взгляд, что вообще не имеет значения, как я на что смотрю, потому что, мы, во-первых, обсуждаем только документальный фильм. То есть вы фильм не видели, вы видели только трейлер, но вы уже недовольны. Манский говорит, я пересмотрел второй раз фильм специально, чтобы посмотреть, есть ли там что-то такое ужасное. И говорит, я сперва не увидел, второй раз, я заметил. Вот эта бабушка говорит, что спасибо запрещенному в России правому сектору, они меня накормили, обогрели, дали теплые вещи, помогли, спасибо им большое. Он говорит, не вопрос, мы можем это вырезать или можем запикать, как вы хотите. Ты пойдешь на это, как автор? Чтобы запикать? Если это поможет Манскому, как минимум. Я думаю, мы будем решать вопросы по ходу поступления. На самом деле, я увидел в этом просто прикол. Давайте запикаем, как бабушка благодарит правый сектор. Это же реально смешно. Давайте запикаем бабушку, да. Да, давайте уберем бабушку, она благодарит правый сектор. Не, мы уберем бабушку. А флаг есть правого сектора там в кадре? Где-то на общем плане. Других претензий нет к фильму? Нет. Никто не смотрел, но при этом все осуждают, говорят, что я не смотрел, но те, кто смотрел, мне рассказывают. Этого не может быть. Манский говорит, друзья, этот фильм не видел никто. Это мировая премьера, которая... Вот они задают вопрос, является ли фильм антироссийским, да? Вот как ты ответишь на этот вопрос? Он является антироссийским или каким он является? Он является антивоенным. Я считаю, что он антивоенный, потому что я против войны, я считаю, что мы можем решать вопросы другим способом. Является ли он антироссийским?
В части войны, наверное, да. Мне кажется, вот, ну, там ничего такого нету, что кто-то бы говорил какие-то даже... У меня нет людей в балаклавах даже в фильме. То есть у меня все открытые, честные. У тебя есть друзья в России? Ну, может быть, были когда-то. Вот. Может быть, когда-то. Виталий Манский, он гражданин России. Да, он гражданин России. И он смелый человек, как мы теперь 100%, увидели. 100% он смелый человек. И, ну, реально, все угрозы, которые идут, и все недовольство, они просто необоснованы. Реально никто не видел ничего. В трейлере ничего подобного нету, где, я не знаю, как они говорят, что пропагандируется правый сектор, пропагандируется фашизм, пропагандируются еще какие-то вещи, mm-hmm. очень страшные. Ты гордишься тем, что так происходит, что твой фильм... Не фильм, хорошо, трейлер, опять же, да, мы возвращаемся к тому же. Создал такую волну, бурю эмоций. Вызвал такой резонанс. Ну, мне кажется, с учетом того, что это документальный фильм, а не постановочный. То есть в постановочном ты можешь поставить камеру, свет, актеров, прорепетировать. А документальный фильм — это правда. То есть которую ты как бы ты не хотел там что-то поменять, изменить. Вот как оно сейчас происходит, оно так и будет в документальном фильме. И мне просто кажется, что вот этот образ ужасных людей, которые там делают все ужасное, как преподносит российское телевидение, просто он рухнет, ну, потому что они придут в кинотеатр и посмотрят, что, а где же вот эти вот бармалеи, которые делают, создают весь ужас в мире, который только может быть. Mm-hmm. То есть они их там не найдут, они найдут обычных людей. То есть просто весь вот этот вот там пятистопная вот эта вот пропаганда, которая работает на госканалах в России, ну, они не увидят там то, о чем они сами говорят. Рассыплется песочный замок. И это как реально, почему Северная Корея закрытая? Ну, почему у них нету интернета, нету доступа? Ну, в России же тоже много чего запрещают. А потому что если они увидят другой мир, их картинка просто рассыпется, что это как... Ну, реально. Ну, я при Советском Союзе особо не пожил, но... Я только хотел сказать, примерно так же произошло, когда подняли железный занавес, и мы увидели чупа-чупсы, джинсы, бабл-гам. Что мир на самом деле другой, не такой, каким его преподносят по телевидению. И улыбающихся людей. 100%. Ну, вот я был первый раз в Европе недавно, я был в Берлине, и реально ты заходишь в любой магазин, ты куда бы ты ни зашел, тебе улыбаются. Вот. Тебе... От этого реально приятно. Тебе улыбаются не потому, что там, это их работа, а потому, что человек доволен. У человека все хорошо. К нему пришел посетитель. Это же здорово. Это там hello, what do you want? Очень смешно было. Мы ходили, искали воду. Вот. Ну, нужно было купить воду. И мы зашли в аптеку. Ну, в аптеке в Украине же продается вода. Ну, да. Вот мы зашли, спрашиваем за воду. Нам отвечают, что не-не, у нас не продается, но хотите ли вы хотите пить, я вам сейчас налью, вот вы попьете. Мы такие, не-не, мы хотим купить как бы с собой. А, нет, говорит, вот можете зайти вот, по соседству ресторанчик там купить. То есть нас готовы были напоить просто так, потому что ну, там нормальные люди. Вот и все. Что мешает украинцам быть такими? Ну, в массе, я понимаю, что не все такие, да? Что мешает? Да, по-моему, ничего не мешает. Ну, просто... Да реально, нашу мешает. Да ничего не мешает. Бери и улыбайся. Да, бери и улыбайся, у тебя все хорошо. Ну, там, ты вот работаешь. Это ты там, человек, тебя... прошедший передовую, ты понимаешь, что у нас все хорошо на самом деле, да? 100%. Если мы здесь. 100%. Если мы можем свободно сидеть в студии, общаться. Ну, это же нужно пройти вот этот стресс каждому, наверное. Ну. Где в Днепре можно вот отрезвиться, скажем так, да? Чтобы выйти там, ну вот всплакнуть, а потом улыбаться. Это ты подводишь к музею вопрос? Нет, я просто спрашиваю. Где, ну хорошо, но не все же не могут поехать на передовую. Нет, конечно, это и не более того не нужно. Каждый должен заниматься своим делом. А где же получить вот катарсис вот этот? А чего не хватает людям? То есть, что вот он живет, вот у него все это хорошо. Он. Ну хорошо, но вот есть некий он или она, вот которая говорит, не верю, что война идет. Вот у меня все плохо, у меня там... 3200 там или еще что-нибудь такое там, да, мост никак не построят там, вот, кстати, маршрутка долго не приходит. Это интересный момент, вот, к слову, я мониторил, ну вот что пишут вот комментарии, какие под российскими новостями, ну, россияне, а потом
Что-то я такой все почитал, начитался, собственно, и пошел спать. И перед сном я что-то зашел в Facebook и посмотрел, ну, какой-то украинский канал, там, вывесил какую-то новость. И я посмотрел на комментарии, что же там под этим. А там реально можно просто копипасты делать. Вот, брать российское вот сюда вставлять, это туда вставлять. Реально не поймешь, просто что. Люди недовольны. Вот. Мы недовольны, все плохо. Но по факту в большинстве своем люди, они просто возмущаются для того, чтобы решить что-то, они для этого ничего не делают. Они просто возмущаются, говорят, как все плохо. Ну, это психотерапия такая бесплатная. Ну, и реально, если ты будешь ходить и говорить, что все плохо, то как бы у тебя так и будет. Вот. Это как в школе, что занимайся или в тюрьму тебя посадят, будешь дворником. Вот. Но, типа, люди, жизнь прекрасна. Ну, реально, ты живешь себе, улыбаешься. Это говорит человек, который был под обстрелом. Вот, вот у меня сейчас в голове укладывается. Ну, я реально, я не вижу просто ни одного повода. Ну, в чем же грусть? Вот, листики зеленые на улице, свежий воздух, ты можешь поехать куда ты хочешь. Вот у тебя без виз даже, ты можешь поехать там в какую-то страну посмотреть. Мне кажется, реально, просто большинство людей ни разу не выезжало даже из собственного города. Вот даже не то, что мы будем идти дальше, они не были где-то, они просто не выезжали даже из города. Мне кажется, многие люди просто не выходили из собственных рамок, из собственной кожи, из собственного панциря. Зона комфорта, комфорта им хорошо. Им хорошо, а зачем идти туда, я там ничего не знаю, и вообще это зачем оно мне надо. Я вот, есть двор, есть там, не знаю, там с точки А в точку Б проезд на маршрутке, есть еще, и все. И на этом кругозор заканчивается. Вот сейчас сформулируй свои ощущения по поводу того, что происходит. Тебе смешно, страшно, стрёмно, нервно? По поводу фильма. С одной стороны, мне забавно, вот, что вот из ничего начался такой кипиш. С другой стороны, у меня появилось огромное уважение к Манскому, который как смелый человек, посмотрев фильм, реально говорит, что, чуваки, вы вообще не о том говорите. То есть все, кто критикует как-то его, кто не видел, может быть, они говорят так, как бы они сделали фильм. Может, они говорят, ну, это их страхи. То есть они проецируют свои страхи на мой фильм. Ты не боишься? За что мне бояться? Я каждое утро заглядываю под машину, перед тем, как в нее сесть. Вот, в любом случае, я аккуратно захожу в подъезд. Но это не потому, что мой фильм на кинофестивале в Москве, а потом и кипиш такой, а потому что, ну вот как-то 14-15 год приучил к этому. А ты не боишься того, что наши вот радикально настроенные соотечественники скажут, Женя Титаренко, фильм в Москве? Ну, мне кажется... Ну и ты понимаешь, нет, о чем так, мне, да? И нотки такие уже были даже, но вот реально мне кажется, что люди, ну нужно смотреть как-то шире. То есть, ну, подумайте. Во-первых, тебя же внесут в списки тех, кто выступал в Москве, в России. Ну, пусть внесут. Ну, на самом-то деле. Ну, ты же станешь персоной нон-грата здесь для некоторых людей. Я не, ну, нет, это их выбор. Ну, реально, я же никому не навязываю, как вы можете обо мне думать, там, хорошо или плохо. Ну, по большей части мне просто плевать. Ну, кто обо мне что подумает. То есть, у меня есть свой план. Вот. Я иду по нему уже очень давно. Я знаю, что я делаю, для чего я делаю. И, ну, реально, кто-то, кто будет говорить, ай-яй-яй, что ты делаешь? Ну, это как-то, честно, ну, даже смешно. Типа, чувак... Я же вырос... родился и вырос, да, в Одессе, что вы меня что пугаете, ты можешь, да, мне рассказать? Ну, вот. Ты хочешь жить в Украине? Ответь мне, да или нет? А я и так живу в Украине. Я хочу путешествовать. Вот, я хочу путешествовать, я хочу видеть мир, но при этом я украинец, я там очень рад. Но этого уже не изменишь. Да, 100%. Спасибо тебе большое, спасибо тебе за то, что ты вот, ну, такой вот, ну, удивительно открытый, смелый человек. Спасибо за то, что у тебя есть план. Отлично. Зрителям я хочу сказать, что на самом деле вы пока не можете посмотреть фильм «War for Peace». Но вы можете увидеть работу режиссера Жени Титаренко и продюсера Наташи Казан. Да. Для этого нужно немного. Для этого нужно просто прийти в единственный в Украине музей АТО. Он находится в Днепре.
На Яворницкого. На проспекте Яворницкого, посмотреть экспозицию и обязательно зайти в особый зал. Что в этом особом зале? Там панорамный кинотеатр, где вы можете посмотреть кино в 360. Это фильм о подвиге жителей Днепра. И это фильм режиссера Евгения Титаренко, с которым мы сегодня общались по поводу скандальной работы в Арфа Пис. Я желаю тебе успеха, твоему фильму я желаю все-таки жизни, Виталию Манскому мы желаем мужества и держаться. И я надеюсь, что ты останешься жить в Украине, будешь путешествовать, осуществишь все свои мечты. И у твоих побратимов тоже все будет хорошо. Спасибо. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення. Итак, добрый день! Вот, товарищи из блокпоста, здравствуйте! Сегодня замечательная погода, хоть и идет дождь, но в наших сердцах сохраняется любовь и радость. Меня зовут Евгений Титаренко, и я режиссер фильма War for Peace. Поэтому, госпитальеры, приветствуют вас! Хорошего вам дня и настроения! И вот такая защитная музычка для поднятия тонуса! Обычные ценности, о добре, о зле, о жизни и смерти, о том, как ты можешь все изменить за одну минуту. Ёб твою мать! Здесь машины не ставите, сказали, что это зона тоже не ставит. Это везде чуть-чуть дальше, вот до следующего входа. Блядь, рядом ложится. У тебя есть задача, ты должен пробежать с точки А в точку Б и забрать оттуда раненых, а при этом ведется минометный обстрел, плюс стреляют со стрелкового оружия. Да, сзади нас. Осколки летят со всех сторон, и земля сверху такими клубами. Это вкрай. Ты на секундочку замираешь за сараем. Вот черт, как же страшно! Ну, ровно секундочки, страх проходит, и ты бежишь дальше. Давай туда. Забери, самый дальний край, можешь обработать? Потому что ты знаешь, что ты хочешь жить, и у тебя есть поставленная задача, что тебе нужно спасти людей. Ну, уходи! Слушай! Фильм как раз про такие ситуации, про вот эти доли секунды, которые меняют тебя навсегда, и после которых никогда ты не останешься прежним. Сука! Сейчас пролетит. Сука! Нет! Влазим, блядь! Я надеюсь, вам понравится этот фильм. War for Peace. Спасибо.